Всем доброго времени суток. Всем привет. С вами Александр и Ната. Продолжаем играть кукловод. Продолжаем балдеть. Ну да. Только что вот сидели, разговаривали о том, как все здорово. Так, и начнем мы с чтения. Ну, как обычно, по традиции. Ну да. Вот так вот. Да, мы прошлись, собрали. Мы вернулись на первый уровень, потому что там был знак бомбы, а бомбу нам дали в последней серии. И в котелке лежала голова Иньяни. Да. А-а-а, прикольно. И... Моя любимая голова, да? Все, я могу заниматься этим вечно. Хотеть. Вот такой лапочка. Один из самых популярных актеров волшебного театра. Перепробовав себя на разных должностях, замеритель уютности теплых углов, специалист по устранению грызунов, контроллер качества кошачьей еды, он наконец нашел свое призвание. Играть ехидных второстепенных персонажей. Покажи, покажи. Вот так. И еще разок. Вот, в общем, в первом акте мы все головы нашли. Только не для всех пока применение использовали. Да. Ну, я думаю, может быть, еще найдем. Посмотрим. Ой, а что я вышел-то? Да. Акт 2. Ну... Вот. Так-с. Начнем мы с гусеницы. Существо, которому, как уверяют поэты, суждено перевоплотиться в прекрасную бабочку. И не важно, что некоторые бабочки на вид отвратительны. Это как с детьми, которым врут, что через некоторое время они станут какими-то особенными, а не обычными взрослыми. Чего только не выдумают. Кайнобори. Вымпел в виде карпа. Ни в коем случае не смотрите на него спереди. Вы увидите просто круг. Покажи. О. Но это отнюдь не круг. Это портал в другое измерение. Ужасное место, где рыбы превращаются в драконов. У детей растут волосы на всем теле, а марионетки толстеют, обжираясь на бонусных сценах. Прикольно. Страсти такие. Вот так. Ой, что-то я это задумался. Ну да. Замедитировался на нее. Панда. Панда. Белый мех на ее теле прибывает и убывает. Когда в королевстве царил мир и покой, она была просто белой, полной пандой. После проделок генерала Крыса она стала серповидной. Если тиран добьется своего, ей светит участь полумесячной. А потом лунная панда и вовсе исчезнет. Вот. Сакура. Вишневое дерево, изменившее ход истории. Когда один мальчик, которому суждено было стать королем, попытался срубить его, топор разлетелся на части. С тех пор этот юноша так и не сумел обрести уверенность в себе, и его могучую династию подмял под себя убийца яблочных деревьев. Ничего себе. Вот так вот. Это вам не хухры-мухры. Он мне Буратино напоминает. Барабан Тайко. Улыбочка у тебя. Крепкий барабан, смастеренный одним из... Кого? Капагайру. Капагайру. Этот барабан звучал на каждом фестивале, проводившемся на Кедровом озере. Корпус выполнен из неподверженной гниению древесины. А кожа? Что это за кожа? Мастер умолчал. Но от его звука у капагайру мурашки бегут по коже. Капагайра. Капа кто? Капагайра. Капагайру. Так. В общем, мурашки. Вот.
Еще разочек. Прикольно. В общем, классно. У меня уже, честно говоря, вот скулы болят улыбаться. Так. Пошли. Акт 2. Сцена 2, кажется. А, даже сцена 3 уже. А, нет, сцена 2. Чтобы вернуться домой, Кутора должен был собрать лунный камень. Вооружившись бомбами ниндзя, Кутора продолжил поиски крыса в чаще Лунолесья. А, так мы до крыса-то не добрались. А я что-то сначала подумал, что мы добрались уже. А думаю, когда мы успели на него добраться. Поехали. 5 голов и 9 девять душ. 9 душ всего. Странно. Ну, поехали. Итак, мы продолжаем. С тех пор, как богиня оставила трон, несчастные жители Лунолесья глаз не смыкали. Но однажды к ним явился гость. Одна очень хорошо одетая крыса. «Все сюда!» – сказала крыса и достала фиолетовый эликсир. Эта настойка излечит вас от всех болезней и защитит от колдовских чар тирана. И она, как добрый сосед, предложила им свой товар со скидкой. Обитатели Лунолесья испытали огромное облегчение, узнав, что у них есть такой заботливый друг. Да, в Лунолесье все вверх дном. Но где же генерал Крыс? Его нигде не видно. Ну, хотя бы здесь спокойно, в отличие от прочих мест на Луне. Чем он занимается? Эй, Кутора, если побьешь крыса и заберешь осколок, не смей отдавать его ведьме. Ты понял? Бабочки. Серьезно? Это ведьма. Она использует тебя, чтобы прибрать к рукам лунный камень. И не только. Не подслушивай. Лук, давай сюда лунный камень и мозги. Кто знает, что она сделает с такой властью? Лучше отдай камень мне. Ага. Я его сберегу. Что? Ты не посмеешь. Да ей тем более доверять нельзя. Тихо, карга. Нам не нужны твои комментарии. Ну честно, Кутера, ты мне не доверяешь? Оставь себе уже. А если никому я открою тебе одну маленькую, но важную тайну? Так, давай. Ты готов? Мой папа солнце. Да, я знаю, это ужасно. Я принцесса, высокая особа, а король-медведь наложил на меня дурацкое заклятие. Раз, я просто мелкая сошка. Что? Не верите? Серьезно, я солнечная принцесса. Принцесс. Что? Эй! Хватит! По-моему, такое прям обсмеивание от этих вот мюзиклов. Да, да. Устроили мне тут детский мультик! Пинком замуж! Ну, видишь, Кутера, мне можно доверять. Да, конечно. Я безобидна. Зайцы такие утащили. Итак, скрепив узы своей обновленной дружбы, Кутера и Пикарина, принцесса солнца, продолжили поиски лунного камня. Как-то он ее побаивается теперь. Принцесса солнца. Теперь кедровое озеро. Фу-фу-фу. Преследуя коварного крыса, так, стоять. Кутера и Пикарина вышли к берегу угрюмого озера. Ой, умоляю, кто-нибудь, пожалуйста, спасите, вызволите меня из беды. На помощь! Бомбу, смотри, на помощь! Погоди,
они услышали пронзительные крики, Все. Умоляющие о помощи. Ой. Ну, наверное, так и должно быть. Это что ты такое сделал? Это... Хоп, проглотил, а потом выдал. Прикольный ты. Аккуратно так. Только. На задний фон поглядываем. Ай! Не трогай меня за мою голову. Ой! Что? Что это было? Раньше на Кедровое озеро туристы валом валили со всего Лунного Королевства. Погоди, еще кидай. Конечно, пока оно не превратилось в жуткое и мерзкое ядовитое болото. Так. Интересно, эта хрень еще выскочит? Да по-любому. Думаю, да. Вот, например, вот это. Что это? А-а-а! Ой. Неожиданно. Ничего не видишь отдельного? Ой, тонул. Можно было обратно попрыгать, наверное, да? Ну, спасите, да, наверное. На помощь, на помощь! Спасите Сейчас разберемся. Мама дурела! В смысле? Больше обычного! Что в лягушках мало калорий, но много питательного. О, понятно. Это любовь первой лапки. Она что, своих детей ест? Кошмар какой. Ну, видимо, да. Отдай ей доплыть до меня. А прикольно. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Я ловкий. Опа! Я очень ловкий. Ой! Плохо-плохо! Голову хватай! Но вылитый крысом токсин спровоцировал крайне неприятную метаморфозу. Погоди, не уходи никуда. И только Пагайру, кто избежал превращения, теперь грозила смерть по вине их обезумевших родичей. Ой, надо было лягушку. А, это другая, погоди, это гусеничка. Погоди. Я их она спасла. Тонет? Нет, она вроде не тонет, слушай. А я тут прыгаю, паникую. А вот дырявая тонет. Что там дальше? Я этих двоих опять спасла. Молодец. Опа, прыгалка. А это что? Смотри, что? Наверху нельзя? О! Можно, можно. Светлячки. Я просто как-то проглядела, как обычно. Что тут интересного все? Да вроде. Интересно. Займемся гимнастикой. Ой, этого не хватало. В былые дни лунная богиня сама любила наведаться на это озеро, но сейчас ей такое не пришло бы и в голову. Кому понравится отдыхать в компании хищных рыбин и сумасшедших лягушек? А, ей в рот надо, что ли? Да. Окей, сейчас, давай. Вот, забирай. Вкусно? Как-то недостаточно злобно. Голову потерял. Чью? Свою. Ну, в смысле, гусеницу. Я открываю, ты кидай. Черт. Ты не уходи. Опа. О, хорошо. То есть она, у нее свой ритм есть, но когда я ее щелкаю, она быстрее открывает. Ага. А ой, зачем ты ей рот закрыла? Ну, нормально открывалась. А, ну нормально, да. Так. Бам. Погоди. Чего угодить? Дерево хотел проверить на всякий. Ууу. Ну что, поехал? Покатился. А, нет, нормально. Да, покатился. Ой! Как-то я неудачно прыгнул. Ну, да. Очень неудачно. Черт. Там надо было подпрыгнуть, притормозить. Но я подпрыгнул и не притормозил. На пузе проехал. Как на лыжах. А! Пью! Ну-ка, оживи меня. На тебе.
У меня три, пожалуйста. Займемся гимнастикой. Ой, этого не хватало. В былые дни лунная богиня сама любила наведаться на это озеро, но сейчас ей такое не пришло бы и в голову. Кому понравится отдыхать в компании хищных рыб? Там поверху надо, и видимо. Сумасшедших лягушек. Погоди. Ну-ка, открой рот. Скажи, ага. Вот так. Хоп. Данс. Ой, а чё мне заменили? Чёрт. Чёрт, чё надо заменили? Лягушку. Пойди. Ага. Коняшки там играют. И сейчас понадобится голова, да, лягушачья? По-любому. Ну да, обязательно. Стой. Стою. Шучу. Так, интересно. Когда-то этот барабан тайко отбивал ритмы на празднествах на Пагару. Давай. Но сейчас мелодия изменилась. Так, кто это у нас? Ага, который барабанчик-то? Ты его не можешь? Могу, наверное. Что-нибудь. Ну да. А, нет, флейтист какой-то. О, вот что там? Барабан. У меня нет такого барабана. У тебя где есть, но возьму? Он... Но там. Ну там, а здесь как мне его взять? Ну-ка. Я не знаю. Сейчас. Рассчитывать на рандом, что ли? Нам же его даже не давали. В смысле, здесь не давали? Ну да. Постучи там по лампочкам, я не знаю. А я что делаю? Я фонариком стучу. Так. Все. Так, подожди. А, вот эти штучки сзади покрутить нельзя? И так кручу их. Ау, ты мне голову крутишь, а не их. Под руку полез. Советами. Вот и покрутила. Не, Саш. Ничего. Рассчитывать на этот, на рандом, что ли? Ну, видимо. Кидай. Еще. Я их тоже могу убирать. Ай. Хана котенку. А. Есть. Та-дам. Па-па-па. Куда полетели? Все нормально. Нормально. Наверх. Вот так, на выход. Только представьте, прозрачная, как стекло, вода в окружении густых зеленых зарослей. Идеальное гнездышко для двоих влюбленных. Мягкая трава у озера, на которой так приятно поваляться. Скажем так, это был незабываемый медовый месяц. Незабываемый даже для ловеласов. Но те дни уже не вернуть, как не вернуть лягушек, прыгнувших в блендер. Когда вы состаритесь, как я, и жизнь ваша станет монотонной и предсказуемой, вы тоже будете мечтать о том, чтобы поваляться с кем-нибудь на мягкой траве. Помните мои слова. О, ушла. Что-то дали. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ать, люка. Ой, я ее убил. Что-то не снимается, да? О. Лягушка? Не понял, ты... Лягушка. Или не лягушка? Ёлки. Лягушка, лягушка. Так, только мы не переключаю успеем. На корону. Так, а смысл? Лягушку уже прошли. Разве? Разве была лягушка голова, где надо использовать? А, нет, не была, не была, вру. Это мы барабан прошли. Так, теперь это смотрим. Что? Статуя? Типа как с острова Пасхи? Или это такой Будда? А назад не вернуться? Да. Беда. Это что? Ну, у нас такое нет. У нас такое нет.
Жалко. Кутера упорно двигался вперед по замшелым и скользким камням. Он кромсал приносимые ветром лепестки, словно составляя из них поэму без слов. А точно никак нельзя голову менять кромсал. Из-за гашника? Но нет, вроде. Наш герой шлепал вперед. Давай сейчас посмотрим. С каждым шагом подмечаю, что крыс расплескал свой гадкий яд в каждом маломальски доступном месте. Да вообще гад, крыса тут. Так. Ай! Стой. Управление. Игрок 1. Исследовать, перекатиться, защититься, отразить. Выбрать голову влево-вправо, но это из трех. Применить вниз. Переместить, присесть. Нет, искать, нет. Бомбить, резать, прыгнуть. Не, я думала, может, меню где-то можно выбрать и набор взять. Ну, видимо, нет. Понятно. По селекту тоже пусто. Ой, какая фигня там у них. Сейчас я. Че они там плюются? Сейчас, сейчас, сейчас. А у меня в рот ей попал, нет? Все? Ух ты! Были мечты! У меня была красота! А умение помолчать было? Дерзкая такая вообще. Ой, что ты? Мою штуку схватила. Я не видела, я там ее убирала сама. Так. Я же тоже так могу убрать. Сейчас, погоди. Ну-ка, если я ее сюда кину, она подпрыгнет? Нет. Держи. Вот интересно, какая сейчас голова будет? И какую заменить? А у нас барабан, грибок и лягушка. Я ее возьму потом на руки. Ну, бери. И что, будешь таскать ее, что ли? О, как. Нет, ну ты решишь, по крайней мере. Вдруг бы повтор был. Ой. Видишь камень? Как нарочно ну там чё, находится. Будешь какой-нибудь менять? Да нет, наверное. Ну, то есть как? Не знаю. Ты выбери какой-нибудь, я ну, прошу. Барабан, наверное, меняем, он уже был. Шанс, значит, меньше. Хотя это, конечно, еще. Бабушка. Надвое сказала. О, классно. Ну-ка, стой. Встань надо мной. Меня сдвигают, когда ты двигаешься. Ну ты можешь отжать кнопку и встать надо мной просто, и все. Не могу. Я же занята. Все, не двигайся. О, еще! Ну-ка, подожди, сначала вот это уберу. Давай. О, барабан. Давай. Вернули. Правда, тоже, опять же, фиг его знает. Открывай. Ну. Помощница. А, промазала. Уходи. Они мне урон не причиняют. Тот фонарь посередине какой-то не подожди. Такой. Да. Я понимаю, я он пытался его. Важный фонарик. Не уходи. Я его пыталась, а мне в итоге бомбу в руки кто-то подсунул. Неправда. Залезай внутрь. Я не могу. Не залезает? Подожди. Бумажный фонарик. У тебя нет. Но у нас нет фонарика. Его. А эти все... Я уже все... О, что-то столько всего пропускается, а взять-то и нечем. О. Это она... А если я на нее упаду? А я не знаю. Ты ее никак, да? Нет, я уже ее как. И она стала сюда. Ой. О, понятно, на ту сторону. Ух ты, ух ты. И есть. Пошли отсюда.